Городской бюджет может пополниться на 1 миллиард рублей за счет экономии бюджетных средств, рассказал на своей первой пресс-конференции глава администрации Самары Олег Фурсов. Экономить мэрия намерена в первую очередь на себе. Будут снижены расходы на приобретение ГСМ, телефонную связь, констовары. Будет изменена структура администрации города. Вместо 21 департамента останутся работать 14. Коснутся изменения и работы муниципальных предприятий. Им предстоит сократить объемы субподрядов и большую часть работ выполнять своими силами. Существенная экономия бюджетных средств возможна при проведении торгов. Первоначальная цена контрактов может быть снижена на 10-15%. Дополнительным источником городских доходов могут стать отчисления от патентов с иностранной рабочей силы. Они составляют 18% от суммы, собранной Федеральной миграционной службой. Есть еще неиспользованные резервы, которыми мэрия намерена грамотно распорядиться, поделился глава администрации. Мы получили право распоряжения землей, вы знаете. И я планирую с этого года начать торговать на электронных площадках, на аукционах, участками земли под застройку. Вот по самым скромным таким оценкам, значит, продажа там 10 площадок под застройку может принести в бюджет города напрямую от 2 до 5 миллиардов рублей. А таких площадок можно подготовить достаточно много. Причем моя позиция заключается в том, что эти площадки могут осваивать не только самарские компании, но и любые другие. Например, уже более 20 инвесторов изъявили желание принять участие в восстановлении фасадов исторического центра Самары. Неважно, где зарегистрирована организация, главное, чтобы она качественно и в срок выполняла работу и не было нареканий от жителей, уверен Олег Фурсов. Вообще, состояние города, его содержание – задача номер один для всего муниципалитета. К слову, впервые за многие годы асфальтовые комбинаты начали работать на месяц раньше. Так что срочный ямочный ремонт, предшествующий глобальным работам на дорогах города, тоже начнется раньше обычного. В этом году комплексно будут отремонтированы больше десятка улиц. Среди них Огибалова, Венцика, Рабочая, Маяковского, Мариса Тереза. Запланирован ремонт заводского шоссе, Южного моста. Кроме выделенных денег из вышестоящего бюджета и собственных средств, мы планируем привлечь дополнительные источники порядка 1,5 миллиарда рублей и взять дополнительно на ремонт заводское шоссе. Проектно-сметная документация по этому шоссе должна выйти буквально вот на днях. Там порядка 1,2 миллиарда рублей оценивается реконструкция. Там будет освещение организовано, там будет организована ливневка и будет хорошее дорожное покрытие. В приоритете развитие жилищно-коммунального комплекса. Грядущее лицензирование управляющих компаний позволит оставить на рынке только добросовестные организации. Обязанности двоечников будет выполнять муниципальная управляющая компания. Сейчас ведется работа по ее созданию. Для того, чтобы жители не пострадали, нами принято решение о выделении пока 50 миллионов рублей для создания на базе двух муниципальных предприятий, которые будут выполнять функции управляющих компаний, которые выпадут после лицензирования из процесса, значит, организации жизни наших жителей. Такую работу мы начали уже вести, и смею вас заверить, что к осени мы здесь порядок наведем. Моя задача – постараться максимально вернуть в муниципальную собственность то, что было роздано. На встрече с журналистами глава администрации заверил, что подобные встречи будут проходить регулярно. Жители должны знать о работе, которую ведут власти Самары, резюмировал мэр. Марианна Мирная, Сергей Баскин, Артем Сулайманов, Константин Головин. События.